Все, съемки клипа «Побег из Шоушенка». Вон, давай на фоне вот этих. Что? На фоне вот огонечков, чтобы видно было. Иди вот сюда, давай я тебе скажу, когда видно. Что? Ну, чтобы видно было, как ты быстро перелезешь. А. Вот, вот, вот тут уже видно. Подожди, вон туда еще к огням чуть-чуть пойди. Вот, все, можно лезть. Давай. Слушай, так быстро, прямо вот, как говорится, а теперь обратно. Смотри. Физкультура называется. А если разбежаться, ну ладно. Под пулями. Нет, вот эта штука похожа, правда, или на зону, или на какой-то вот охраняемый объект. На зону. Да. Как бы вертолетов не хватает. Ну, вертолет, вот тут уже не видно будет, как ты лезешь. Если только вот так я обойду. Ой. И что-то вот так вот посвечу. Здесь что-нибудь поставить, и можно было бы скатываться. А, да, на доске. Ну, только под углом 30 градусов. Это не очень было приятно. А наверху луна, товарищо. Это луна. Это мы, как всегда, посреди ночи гуляем. Сегодня что, 8 марта еще не кончилось? Еще не кончилось. Всех с 8 марта. Всех с 8 марта. Сказал Кирилл, сидя на горке. Или как это, качели? Вообще, что это? Лазилка. Это лазилка. Ну, это я называю лазилка. Просто на родине называется лазилка. Да, вон луна. Интересно, как он приближает луну. Луна, луна, луна. Вот, максимально. Вот у нас приближение. Так плохо видно. Это мама. Это луна. Так он четкости не дает. Отсюда, например? Обратно. Что, прыгаешь? Ты откуда прыгаешь-то? Ага, понятно. Ну ладно, пойдем. Угу.